Безопасность на дорогах. В администрации округа состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На ней был проведен анализ аварийности на автомобильных дорогах за 10 месяцев 2019 года. На обслуживаемой территории ГИБДД России Щелковская, касаемо городского округа Щелково, зарегистрировано 1900 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, что на 83 происшествия меньше аналогичного показателя прошлого года, который составил 1984 происшествия минус 4%. На заседании комиссии было названо и количество ДТП с пострадавшими – 58. Этот показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом на 12%. Одновременно с этим увеличилось количество пострадавших среди несовершеннолетних – 8 человек. На комиссии также обсуждались меры по подготовке специального документа проекта организации дорожного движения в округе, что будет способствовать снижению аварийности на дорогах. Члены комиссии рассмотрели ряд вопросов по внесению изменений в дорожное движение, об установке новых знаков, благоустройстве дорог и прилегающих к ним территорий. Так, например, одним из решений комиссии было согласование установки пешеходного перехода на пересечении улиц Свердлова и Фрунзе. Также обсуждалась установка дорожного знака, запрещающего остановку грузового автотранспорта на участке автодороги от улицы Центральной до железнодорожного переезда в Соколовскую промзону. В последнее время участились случаи парковки грузовых автомашин, в частности фур, которые проезжают в промзону Соколовскую. Вот, они там останавливаются, и очень сильная просадка грунта. И из-за этого участились случаи порыва кабеля. Комиссия поддержала установку знака, запрещающего на этом участке дороги остановку грузового транспорта. Положительное решение было принято и в отношении обустройства искусственных неровностей на пешеходном переходе возле дома номер 60 по улице Мальцева. По этому адресу уже выезжала рабочая группа комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Когда с рабочей группы выезжали, машины на скорости несутся, в общем-то, необходимо... Там даже светофор один, Т7. Там же не светофор, а Т7, представляешь? Значит, необходимо обустройство ИДН в двух сторон. То есть, рабочая группа... Давайте мы порекомендуем это, что... Автодору включить план на следующий. Всего на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было рассмотрено 18 вопросов. По ним приняты решения, которые внесены в протокол и поставлены на контроль. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.